Итак, обзор живых книг от компании «Лаборатория 24», «Девар Kids», «Живая сказка-раскраска «Колобок», формат А4, полноцвет, сзади защитный тензионный код для активации приложения. Продукт состоит из двух частей. Здесь инструкция по применению. Необходимо скачать приложение на одном из маркетов на популярную платформу либо Android, либо iOS на текущий момент. Запустить его, выбрать соответствующую книгу из списка «Колобок». И сейчас посмотрим, как оно работает. Значит, вот уже на обложке есть образ дополненной реальности. Это сам «Колобок». Значит, дальше, если мы ее откроем и выберем любую сцену, допустим, вот эту, здесь есть два изображения. Одно раскрашенное, на которое мы наведем, видим сценарий. Колобок. Жили-были старик. Соответственно, идет сказка с аудио рядом и видеоряд. Если же мы наведем на нераскрашенную поверхность, то есть вот сюда, или ту, которую мы раскрасим, он считает цвета и покажет нам следующую картинку. Соответственно, сейчас она черно-белая, будет теми цветами, которые раскрасил ребенок. Жили-были